У меня годов до 25, когда настоящего понятия не было. Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а все не моей. Притом холостой, да мастер корабельный. Да к сватье налетают, как вороны на утенка. Эх, погоди, Митька, роешься в девках, как в сару. Криворот камбалай достанется. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофе, чего надо. Спаят, страшну квазимоду и возьмешь молекулу. Театр. Отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нечто теперь? Не угодно пройтись в фойе? С кем имею честь? Такой-то. Марья Ивановна Кярстин. Я гляжу на нее, а она вся така, как мне надо. У ней все, как я желаю. Что на меня зорко глядите? Очень вы ненаглядны, Марья Ивановна. Ишь, расселся, расщеперил лапоти. Ей на место охраняю. Загубил. Сохрани меня, Бог. Пусть лучше я сам погибну. Жизнь моя, теперь мне умереть вдруг захотелось. Зачем умирать, коли нам жить так хорошо? Нет, мне не жить. Уж я знаю, что не жить. Вони сюда, принесла ее. Мария Ивановна, я по своим делам неоднократно в Соломбале бываю. Дозвольте с вами видаться. Да что вы, ведь я замужем. Мария Ивановна, куда же? Мария Ивановна! Вот вы наделали делов. Куда я теперь? Сегодня в Соломбале два дива было. Первое диво – Машенька Кярстен в театре явилась. Другое диво – с некоторым молодым человеком фильтровала. Она чья? Она кто? Замужем живет, честь наблюдат. А мужишка-то у ей такой, никудящий. Замужем живет, честь наблюдат. Мне тоже вот бесчестно так-то бы вот баловством-то схватить. Кабы навеки моя, а так мне и не надо. Митенька, помнишь Машеньки Кярстин? В театре-то увлекались. Обдавела. Она где живет-то? Так это в город переехала отсюда.
Улица какая, дом какой? Погоди, уже дом номер 18, улица... Улица 18, улица... Да забыл улицу нового какого-то переменного названия-то. Она где с мужем-то жила? Вон домичек-то зеленый. Надо это. О, спасибо, значит. Здесь проживала Марья Ивановна. В город уехала, но новоселье не приглашала. Марья Ивановна. Марья? Нет никого. Санитарный инспектор являетесь? Помойный ям смотря? Иду своим путем за своим делом. Керстин! Марья Ивановна. Гамлет. Хозяйка, жива? Жива маленько-то. Бабушку умыться можно? Нарядный, взволнованный, судьбу свою ищешь. Остался я без невесты. Значит, курвяк какая-нибудь. Сама честна, сама прекрасна. Ты-то, дитятка, честный да прекрасный. Только вот ума у тебя на виду нету. Потеряю ее, если нет мне жизни. Ежели она настоящая женщина, ты у ейного сердца прижит. Как меня эта старушечка развеселила. Вам кого? Дозвольте с вами на крылечке посидеть. Я на перевоз опоздал. Даже прилечь не угодно ли? Меня жонка-то на улицу выгонила. Терпеть не может, как выпью. Я бы вас домой пригласил. Да как бы жонка... Эх, Маша, потерял я тебя. Мастер, вы худо сделали. Так завтра опять придешь. Мастер, вы мне карман не прилепите, хоть на живую бы нитку.
Наша фирма пустяками не занимается. Вот видишь на горке домчик номер 8. Какая-то портниха переехала. Попроси, пришьет. Ах ты! Холера, дровой тебя возьми! Холера! Нельзя. Машенька Ивановна! А? Третий год с нею живу, така хозяюшка, така голубушка. Я в море-то пойду, она за меня захватится. Митенька, я от тебя не останусь. Машенька, тебя в море захлестнет валом. А ты меня крепче держи-то. Поздравляю, Митенька. Умно ты родился, да умно и женился. Соврала номер-то, врали редкозубая. Забыла.